Сколько вы получаете? Больше или меньше остальных? И зачем нам вообще знать среднюю зарплату по стране, ведь главное, чтобы нам хватало честно заработанных денег на покрытие собственных расходов на самом деле, все не так просто. Средняя заработная плата ⁇ мощный индикатор, который совместно с другими данными МРОД, средняя пенсия и прожиточный минимум может многое рассказать о благосостоянии населения в России поэтому данные по доходам населения собирает и публикует Росстат. Подробнее о средней зарплате в России в 2020 году по регионам и профессиям в полном обзоре.